Ну вот, прошло уже 2 месяца с тех пор, как я запустил эту систему. Батарея до сих пор работает, лампочка горит все так же ярко. Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам, как изготовить в домашних условиях самую настоящую ядерную атомную батарею. Для этого нам потребуется, конечно же, бериллиевая сфера с ядром плутония. Знаете, плутоний очень радиоактивно опасен, и поэтому мы обязательно проверяем утечки радиации с помощью специальных неоновых ламп. Лампы МПТХ-90 как нельзя лучше подходят для того, чтобы быть индикатором радиоактивного заражения или облучения. Если бы вдруг излучение было слишком сильным, то эти лампочки вспыхивали бы ярким оранжевым светом. Но, как мы можем убедиться, никакой радиации здесь нет, по крайней мере опасной. Для того, чтобы обезопасить нашу батарею еще сильнее, мы воспользуемся пористым ураном. Его легко раздобыть среди отработанных ядерных ракет или же атомных бомб. Пористый уран прекрасно проводит электрический ток и очень хорошо защищает от радиации. В качестве корпуса нашей батареи я буду использовать обыкновенную стеклянную банку. Я аккуратно размещаю обкладку из пористого урана прямо в этой стеклянной емкости. Она очень хорошо туда помещается. И внутрь этой обкладки я размещаю само ядро. Бериллиевая сфера с плутонием будет прекрасно генерировать электрический ток. Но как же будет работать такая конструкция и откуда возьмется электричество? Ответ на этот вопрос весьма и весьма прост. Даже в учебнике физики сказано, что любые радиоактивные вещества интенсивно излучают заряженные частицы. Да, именно заряженные частицы. Из этой бериллиевой сферы, которая является хорошим проводником, заряженные частицы будут улетать, пытаться улететь и попадать в пористый уран. Сюда. Таким образом, сфера будет терять заряд, так как заряженные частицы будут из нее вылетать. А пористый уран будет приобретать заряд, так как заряженные частицы будут прилетать именно в него. Разность потенциалов этих зарядов как раз и послужит источником тока нашей ядерной батареи. Чтобы все было по-честному и без обмана, я подсоединю электрическую лампочку непосредственно к этой ядерной батарее. Ни проводов, ни трансформаторов я использовать не буду. Посмотрите, насколько ярко горит лампа, подключенная к нашей самодельной батарее. Одним из контактов, к которым прикасается лампочка, является бериллиевая сфера. Вторым контактом является прокладка из пористого урана, которая не только является проводником, но и защищает нас от излишков радиации. Контакт к пористому урану у нас обеспечивает вот такой обыкновенный шуруп. Батарея очень надежная, очень простая и очень мощная. Так как период полураспада радиоактивных веществ хотя бы 25 лет, это нам говорит о том, что такая батарейка в течение 25 лет будет надежно, бесплатно обеспечивать нас очень чистой, яркой и мощной энергией. А изготовить такую батарею вы, конечно же, сможете самостоятельно. В этом нет ничего сложного и удивительного. Это говорит нам о том, что надежные ядерные батареи скоро будут везде, в каждом доме. За ними будущее. Осталось только освоить производство бериллиевых сфер и, конечно же, искать источники пористого урана. А так, это очень хороший и надежный источник электрической энергии.